Так, это у нас Сатурн 1 сентября 2021 года в Харькове, 19:56 по Киеву. Вообще у меня ситуация получилась. Я Сатурн на небосводе принял за Юпитер, и пока не увеличил через фотоаппарат, не понял, что это Сатурн. Так он ярко уже выглядит, хотя еще светло довольно, сумерки на улице. А вот он, наш Юпитер, он только сейчас выцарапывается из-за зарослей. Со всеми своими великолепными галилеевыми спутничками. Самый правый у нас спутник — это Ганимед, потом идет Каллисто, потом идет Ио, и слева от Юпитера пасет задних Европа. И мы сейчас 603 миллиона километров до Юпитера. Так, уменьшаю выдержку, спутники будут исчезать. Ну, может быть, получится увидеть экваториальные полосы. Ну, я вижу. Я экваториальные полосы вижу. Надеюсь, и вам на экране будет видно. Увеличиваю выдержку. Так, 603 миллиона километров, как я сказал или не сказал, до Юпитера, а до Сатурна 1 миллиард 356. Миллиард 356 миллионов километров. Надеюсь, утречком без 15:05 снять МКС. И луна там рядышком будет. Ну а пока так. Сатурн есть, Юпитер есть. Венера, к сожалению, скрыта облаками на западе. 20:01 по Киеву, Харькове, 1 сентября 2021 года.